Каменная сказка вновь в Чебоксарах. Выставка-ярмарка эксклюзивных украшений из природного камня ждет всех в столичном центре современного искусства. Гранат, турмалин, яшма, танзанит, аметист, опал. Красота, созданная самой природой. А такой россыпи камней глаз не отвести. Коллекция украшений неповторима по дизайну и исполнению. Привет, Чебоксары! Несмотря на все сложности, выставочное объединение «Каменная сказка» продолжает работать. Мы привезли даже большую и лучшую коллекцию, чем то, что мы привозили в прошлый раз. Просто потрясающее разнообразие украшений, сувениров, самоцветов, бижутерии, натуральные камни, художественные изделия, авторские работы. Приходите, такого вы еще не видели. Изысканная старина и модный авангард. Любая модница найдет здесь что-то для себя. Сегодня я приобрела бусы из янтаря. Вот. Мне очень понравились. Они такие легкие, красивые, греющие такие. Я очень рада. А еще эти медовые по цвету изделия вобрали в себя не только красоту природы, но и ее силу. Дословный перевод слова «дзинтарис» – лечебный камень. Всю жизнь янтарем лечились. Это одно из его основных свойств. Плюс еще, конечно, красота. С давних времен он очень сильный защитник, очень сильный оберег. Классика – нить элегантных бус из жемчуга, а рядом – яркие этнические украшения. В каждом особая энергетика. Авторские изделия невозможно повторить. В основном работаю я с медью, но также присутствуют металлы, такие как низельбер, мельхиор, латунь. Но основа – это, в принципе, медь. Для вставок я применяю только природные камни. Все дизайны придумываю полностью я, от и до. Вот. И я стараюсь не повторяться. Каменная сказка – это не только украшение. К примеру, оригинальный светильник отлично подчеркнет ваш интерьер. А рукодельницы и мастерицы смогут найти для своих будущих поделок нужные материалы. Я здесь отдыхаю душой, я люблю камни сама. Конечно, на все вкусы. И для детей, и для подруг, и для родственников. А здесь все в одном месте, все так скомпоновано, так здорово. Я вообще-то всех приглашаю, чтобы побывали именно здесь, на этой выставке. Эксперт-гемолог поможет проверить натуральность камней, приобретенных на выставке или из собственной коллекции. Каждый камень – это, по сути, живой организм. А каждый камень – это минерал, и он имеет определенный химический состав, определенные физические свойства. И по этим физическим свойствам, как по диагностическим признакам, можно судить, настоящий камень, то есть, или нет. Выставка-ярмарка «Каменная сказка» в Чебоксарах гостит до 14 февраля. Успейте порадовать себя и близких, почувствуйте магию притяжения. Наталья Мальчикова, Дмитрий Салманов, Республика.